Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1362. События дня. Псалом 33:20. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. За 8 сентября 2019 года. И обращение наше. Курсором останавливайте, можете считать. Ну вот, был день воскресный. Ну, как всегда, в одно время встают правильно. Богослужение, на улице собрание. А нам прислали сетку рваную ловить рыбу. Мы пока провозились, где-то поставили, чуть опоздали. Ну, все это записано на занятие. 42 карася, полное ведро. 13,5 килограмм. Ну и днем тут свои, кажется, дела. Воскресный день, то что я немного черноплодку побрал, а остальное не знаю, то ли вымерзли цветы, то ли что, мало было. Володя тоже сахару насыпал, поставил варить варенье. Там вторую сеть
распутывали. У меня сильно заболел левый глаз. Давно уже болит. Ногтем порезан был 5 лет назад. И врач звонит, приезжай немедленно в больницу. Не знаю, что делать. Болит, давит. И возле носа, где здесь какое-то утолщение. После богослужения на улице было собрание, это тоже записано, так что потом можно будет посмотреть. И вот на этом все.